С 1969 года Insta-Pro International предоставляет своим клиентам технологические решения для производства кормов и продуктов питания, а также обеспечивает их ключевым и вспомогательным оборудованием. Производственный процесс начинается с того, что соевые бобы выгружаются из бункера в конвейерную систему и попадают в секцию для очистки. На этом этапе соевые бобы очищаются от мусора. Очищенные от мусора соевые бобы выгружаются из секции очистки и попадают в камнеотборочную машину, где бобы отделяются от камней. Очищенные соевые бобы подаются в молотковую дробилку, в которой подвергаются грубому помолу, а затем выгружаются в ствол экструдера через объемный дозатор. При прохождении соевых бобов через ствол экструдера высокого сдвига они подвергаются воздействию высокой температуры, давления и краткосрочной термообработки, при которой антипитательные свойства снижаются до безопасных уровней. За счет перепада давления на выходе полножирной сои из экструдера происходит разрыв маслосодержащих клеток. Далее экструдированная полножирная соя попадает в пресс, где происходит отделение масла. Неочищенное соевое масло направляется из пресса в емкость для отделения твердых частиц от масла. Жмых направляется в охладитель через конвейер-измельчатель. В охладителе жмых подвергается воздействию противоточного воздушного потока. Охлажденный жмых выходит из охладителя и подается в молотковую дробилку, которая измельчает его до необходимого размера частиц. Измельченный продукт – соевый жмых ExPress – готов к использованию, упаковке и хранению.